Петр Николаевич Мамонов. Родился в Москве 14 апреля 1951 году. Советский и российский рок, музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звук ему», кинофильмам «Остров», «Царь» и другими. Родился в Москве. Отец был инженером, специалистом по доменным печам. Мать – переводчик со скандинавских языков. Детство провел в Большом Каретном переулке, дом 17, в том же дворе, где взрослел Владимир Высоцкий. Прожил жизнь от наркомана и алкоголика до святого. Ушел из жизни 15 июля 2021 года от последствий коронавируса. Прожил ровно 70 лет. Вашему вниманию интервью с его душой по методике гипнолог-слипер, контактер. Очень хорошо, Галечка. И сейчас ты находишь душу Петра Николаевича Мамонова. Вижу его. Очень хорошо. Где ты его видишь? Где он находится? Ну, внизу на земле. Угу. Потому что я стала подниматься наверх, он мне показывает, что я здесь. Угу. На земле еще. Угу. Хорошо. Подходишь к нему, синхронизируешься с ним. Угу. Здравствуйте, Петр Николаевич. Вы понимаете, что вы уже в мире душ? Здоров будь. Угу. Вы совершили переход, да, и вы сейчас в мире душ. Я это знаю. Но не знаю, что будет дальше. А как вы себя чувствуете сейчас? Как произошел выход из тела? Можете рассказать, что вы почувствовали? Облегчение. Физическое тело, оно как тяжесть дает. Приземляет. Тяжесть. А сейчас облегчение, освобождение. Освобождение. Угу. Хорошо. А какова причина была? Это была болезнь? Причина выхода из тела? Да. Это по программе было бы? Да. А вы сейчас уже чувствуете, знаете, насколько вы программу свою выполнили? Маловато. На 42%. Вы сейчас сами увидели, да? Эту цифру. Но пока я это знаю. А, вы знаете, 42%. Хорошо. Но говорю, что пока. Настолько, насколько я это понимаю и чувствую. Угу. Что будет дальше, я не знаю. Ну, через 3 дня к роду. Вы подниметесь через 3 дня к роду, как правило. Что будет дальше по прохождению программы, я не знаю. Угу. Хорошо. На 40-й день совет будет. Там это все я знаю, это может мне не рассказывать. Угу. Хорошо. А сейчас в каком вы пространстве находитесь? Можете рассказать, что это за пространство, как вы его видите, чувствуете? Пространство энергетическое. Находится оно в мире, параллельном Земле. Угу. Энергии тут светлые, темные, серые, белые. Цветных, как таковых, нету энергии. Но может, это я так вижу. Может, мое
восприятие такое. А к вам кто-то подходил разговаривать? Нет. Но я понимаю все, что происходит. Хорошо. Я сюда шел с верой и со своим накопленным багажом знаний. Очень хорошо. А каково ваше предназначение было? Сейчас вы чувствуете, уже знаете на Земле, какое предназначение? Учитель труда. Работаете с детьми? Где-то с детьми, где-то кружки, походы, разговор. Я как наставник для детей должен был включать свет в глазах этих детей. А не мрак. Мы смотрели про вас передачу, и было видно, что вы уже Собчак, передачу Собчак. И было видно, что вы уже так, ну, к Богу пришли, к такому, Еще были не пришел. осознанны. Еще не пришел. В земном плане, скажем, шел, насколько мог, пришел. Но я рад, что сумел повернуться и найти правильную дорожку. Правильную для дорожку для своей души, для своей судьбы на земном плане. Вы сказали, что это где-то после 45 произошло. Да. А как вы это почувствовали? Что произошло? Пик. Происходит пик. У меня так случилось. Когда просыпаешься, жить не хочешь. А зачем, если все есть? Все есть и ничего не хочется. То есть у вас пропали желания, да, чего-то хотеть? Да. И вы стали искать смысл жизни? Да. Потому что все, что было, оно приносило временное удовлетворение. А настоящего-то удовлетворения не было. Это все как было подделка, что ли, не настоящая. Многие к этому стремятся, но познав это богатство, славу, на этом останавливаться, потому что дальше ничего нет, дальше пустота и крах. Но это является таким неким испытанием для человека, я так понимаю. Это является глупостью, жаждой, жадностью. Желание денег, желание чего-то. Все Слава, это желание глупость. Всего, конечно. А что оно тебе дает? Вот что, будучи богатым или будучи бедным, чем ты лучше или хуже, чем бедный человек? Ничем. Абсолютно одинаковые тела, одинаковые души. Просто бедный человек, он более свободный в голове. Меньше заморочек у него.
Да, как бы легче становится, получается. Да. Таким людям легче смотреть на мир. Легче открыться. Ну, хотя не все это тоже понимают. Потому что много идет навязанного. Что-то хорошо, что-то весело. И жить такой жизнью – это благость. Но это не благость. Это чертовщина. Жить такой жизнью. Показушничество. Просто показываешь свое тело, свою глупость. Ничего умного там нету. В этой головушке. Но тоже главное еще даже из такой ситуации найти выход. Уметь свернуть, уметь повернуть. Ну, вы, получается, нашли. Ну так. Насколько мог, настолько нашел. У вас есть что-то в жизни, о чем вы жалеете? Нет. То есть все равно это опыт. Есть глупые поступки, необразованные, необдуманные или обдуманные под знаком соблазна. Но это был мой путь. Мой путь. И ответ за этот путь понесу только я. За все, что сделано, и за все, что не сделано. Хорошо. Что можете нам, людям, сказать на Земле? Мы остались жить, и у каждого своя программа. Почему нам стремиться? Как жить правильно? Жить правильно, доверяя чистоте своих помыслов, чистоте души, чистоте всего того, что тебя окружает, только настоящее, то, что сотворено Богом, люди, земля, природа. Не искусственно созданные фантики, одежки. За этим гнаться не надо. Это пшик, и все, секунда, и его нет. А то, что создано Творцом, Богом, туда, куда Он вдохнул жизнь, оно вечно. Просто не надо в омут с головой куда-то мчаться. Не теряйте себя. Ощутите себя здесь, в этом моменте. Ощутите, что у вас есть, кто у вас есть, что вас окружает. И почувствуйте, что есть внутри вас, ваше внутреннее состояние. А чего в нем нет? Чего в нем нет? В нем нет любви? Ищите любовь. Ласки тепла? Ищите ласку тепла. Все есть в вас самих. Заложено изначально. Не надо искать счастья вовне, радости вовне. Все есть внутри вас.
Да, действительно. Все есть Не внутри. надо смотреть на счастье других, пытаться достичь какого-то чужого счастья. Счастье есть внутри вас. На самом деле, все, что Бог заложил в человека, в каждую его клеточку, оно открывается очень легко и просто. Не надо читать какие-то мудреные книги или углубляться куда-то. Все лежит абсолютно на поверхности. Иди и бери. И пользуйся этим. Чувство радости, почему нельзя порадоваться солнышку, которое ты видишь, деревцу, стрекозе, любому тому, что тебя окружает. Это же и есть радость. Радость, как у ребенка радость. Ему не нужны слава, модные одежды, деньги. Ему нужна природа, какой-то уголок укрытия, питание. И он счастлив. Искренен, искренний и настоящий. Вот таким изначально был создан человек. Сейчас вы понимаете, в чем смысл жизни? Да. В чем? Познание Бога. Бог находится в нас, в каждом, в каждой душе, в каждом теле. Познание Бога. И идем к Нему. А познание Бога – это что? Это любовь и радость. Беззаботная, бескорыстная. Любовь и радость. Когда ты умеешь в себе эти чувства оживлять, когда живут в тебе эти чувства, не чувство злости, обиды, страха. Нет. И, кстати, ты сам решаешь, какими чувствами тебе жить. Слезами, обидой, страхом или любовью, радостью. Вот что нам было дано. Все инструменты нам даны. Выбор стоит за вами. Какими инструментами пользоваться? А идти надо к свету, к любви, к роду, к счастью. Петр Николаевич, а вы знаете, что впереди нас ждет будущее? Нет, это не мое дело. Хорошо. А сейчас что происходит, ну, с вашим телом, что происходит? Вы это видите? Прощание, наверное, происходит. Но он мне это не показывает. Он мне показывает наоборот наверх. Наверх А показывает, вниз смотрите. не надо, говорит, зачем? Там уже все. Там уже все, то есть дальше уже наверх. Нету смысла опять возвращаться к чему-то. Пока все время на свет наверх. Ну а у вас были же при жизни выходы из тела? То есть вы выходили, что-то видели? Как-то вы про это передачу обмолвились, что вы уже готовы, вы уже там были. И клиническая смерть была у вас. Что вы видели? Все видел.
Что вам показывали? Гулял там. К роду ходил по родовой полянке. По родовому берегу, он говорит, ходил, гулял. Вы Бога даже сказали, видел. Что не хотели возвращаться. Бога видел. А как вы его видели? Ну, ты знаешь, по земному, может, наверное, видел. А там больше как-то оно все в одно видеть и чувствовать. Нету какой-то определенной формы, как человека. Нету такого очертания определенных. Это как чувство любви, когда человек влюбляется, мужчина в женщину влюбляется. И чувство влюбленности, может, любви только в 1000 раз больше, усиленнее. Просто чувство радости, счастья и любви. Вот так она выглядит. Так она даже не выглядит, она проживается, чувствуется. Но вы, видимо, зачем-то еще вернулись, что-то еще не доделали после того случая. Насколько мог, настолько сейчас доделал. Та передача тоже была такая очень интересная, мощная. Так спокойно себя Ты держали. знаешь, мне сейчас сложно говорить и не хочется говорить о том, что было там. Угу. Оно уже пройдено. Теперь все уже вперед, туда, вверх. Все вперед. Кто какие выводы сделал, тот такие выводы сделал. Это его право. Хорошо. Хорошо, Петр Николаевич. Может, тогда будем заканчивать, не будем вас сильно Главное отвлекать. всегда оставаться человеком, человеком Божьим созданием. Будучи на земле, это для всех людей оставаться человеком. Мы же, получается, в нем живем, в Боге, а он в нас. Да. Замечательно. Благодарю вас за общение, за приятное общение. И вам всего хорошего. Хорошо, Галечка, будем отсоединяться. Угу. Отсоединяешься. Прощаемся с Петром Николаевичем. Отсоединяемся. Ситуация 1, 2, 3. Предлагаем вам пройти обучение и научиться так же, как и мы, контактировать с душами, с хрониками Акаши, проводить сканирование и чистки астральных тел, разговаривать с Высшим Я, с наставником, снимать информацию с информационного поля планеты Земля. Следующее начало обучения у нас в июле с 19 по 24, 6 дней занятий, и со 2 августа по 7 августа, также 6 дней. И есть возможность пройти за полцены 3-дневный ускоренный курс. Пишите, звоните по телефону плюс 7 926 477 6564, Павел. Звоните, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Подробно ответим. Это онлайн обучение. Происходит дистанционно, через программу Zoom или Skype, кому как удобно. Запись остается и предоставляется вам.